Да, спасибо большое. Сегодняшний мастер-класс – это сильное название, потому что это было скорее такое рассуждение, размышление совместно с коллегой из школы кино московской. Было посвящено роуд-муви, и, собственно, готовясь к этому, к этой встрече, да, я размышлял, что такое роуд-муви, и пришел к выводу, что, собственно говоря, роуд-муви – это не жанр, а роуд-муви – это все-таки форма подачи материала. И вообще, мне кажется, что любое кино, любой фильм в определенном смысле – это роуд-муви, потому что в любом случае ты должен пройти в идеальном мире какой-то путь. Это путь эмоциональный, это путь там, воспитательный, это в любом случае движение. Хотя роуд-муви как роуд-муви – это, естественно, определенная дорога, определенное путешествие, определенное перемещение в пространстве. Хотя ты можешь быть очень одинок.